Друзья мои, вот так начинается наш день. Так спонтанно собралась, вышла, бежим в банк. И у Ашки его дела, и я решила тоже с ним прогуляться. Привет, друзья мои. Как ты, Сашка? Пью чай. Я Светлана Ата. Прячусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я не Елена Скутос. Спасибо, что вы были с нами. Кто-то, видно, перевозит вещи у нас. Видите, машина приехала. И будут перетаскивать вещи. Может кто-то переезжает, может кто-то приезжает. А мы, погода замечательная. Никак не оденем свои теплые вещи. Пока обходимся тем, что есть. Сосед сейчас что нам сказал? Я как сплетница. Смотрит на меня, я вижу, с вами разговариваю. Он говорит, на иностранном разговаривает. Ну а как я буду с вами разговаривать? Турчи? Ашки, у нас турчик он еще. Турчик. И раз написал, что это такое? Бенхич гимем маска. Это я не вижу. Ашки, кешки вен маска гимем, не я почас бана. Чиза. Чиза нам не нужна, правильно? Это я. Мы сейчас должны, мы в понедельник не пошли на базар, и у нас закончились грейпфрукты. Сегодня один последний нашла, смешала с лимоном, с апельсином, не бачу. И мы купим их тоже. Боже, какая красивая у нас версия природа, не так ли? Мои хорошие, посмотрите. И не, до... не добраться до него. Первый день вышли сегодня после Нового года. Елки нету. Идем со Шкимом, пешком возвращаемся, купили чек-оф-те, все закрыто, все рестораны, но работают на вынос, и идем сейчас, где Сирийская улица, где это упала, вы, наверное, знаете. Грейпфрукта нету, есть Вашингтоны, но нету. Магазины открыты. Все работает, кроме ресторанов. А там Джул. Вот наш райончик. Подходим к нашему району. Случилось, пока я снимала видео, потеряла свою накидку. Что там? А, у рада песлешками, блин, на сухой джам. Взяли вот такую вот баклаву. Это 50 лир килограмм, а это 36 с орехом, но это лучше. Так же вот. Но это пожаренное масло, не хочу брать. Вот это возьмем. Вот и купили. Ашкин, бурада и киловар? 10 лир. 2 кило по 5 лир килограмм. Ну что еще купили? Белую муку купила. Сегодня надо делать рождественские хачапури в Идзеле по-турецки. Какую-то насадку он купил на баллоны, чтобы руками воду не отсасывать, а кнопочка, ну не знаю. Баклаву такую купили. Ну что, идем. Выйдешь на улицу и всегда потратишь деньги. Так, вот наш... Людей много. Вот такой халюсися батька. В парке тоже повыходили люди. Вот идем по нашей красивой аллее, нашему красивому Мерси. Красных деревьев полно, но внизу видно собрали плоды.
наверху им сложно. Какая красота вообще. У нас в Грузии только в садах такие мандариновые, а здесь можно в городе. Я когда приехала первый раз, и в городе, ну, когда мы поехали документы мне оформлять, от турноизни, и я увидела мандариновые деревья на улице, в шоке была. Думаю, у нас только в саду, в центре не растут. Батуми. Я иду в свитере, и мне совсем не холодно. Тащу свою кофту, которую потеряла. Хорошо, что вовремя обнаружила и вернулась. Ашкем, ерунду, маска да чек, Ашкем. Чекар, чекар. Чек. Чекар. Не цесал. Эвет. Нас маска зарар верёджан. Маска же. Все время маска очень плохо. Ой, так хорошо, что вышли мы погулять с ним. Это вообще не планировалось сегодня. Здесь вот женский базар. Ну, он раньше субботу-воскресенье работал, а сейчас... Мы сейчас находимся на рыбном базаре. Посмотрите, какие креветки хорошие. 130 лир. Мы взяли не норвежский сом, а турецкий. Вот такую огромную рыбу. Буду солить ее. Кисы внизу. В общем, видите, креветки тоже жарят там впереди. Мы почти возле дома с Ашкимом. Посмотрите, что мы купили. Сейчас я его включу. На кнопочку так нажимаешь. Ашкем, басмиёрум. А, вот так шарш. Должен заполниться, потом я вам покажу. В общем, такую штучку купили. Ну, посмотрим, когда заполнится. Купила я белую муку, немножко йогурт и такой сыр. Рыбу купили мы. Буду солить. Турецкий сомон. Вот так вот он выглядит. Не знаю, как получится, но попробую. Он стоит 40 лир килограмм. Мы взяли тут больше, на 55 лир. 300, ну, больше взяли. Полкило. Даже килограмм взяли. Кило 350. А вот мой Ашкем кушает. Мы купили чайковты. Все нам положили вот так вот. Очень вкусно. Лимон. Захотела душа. Джаны мистеди. Лаваш долязи, Машкем? Лаваш на бабуш. Ты шекюридери, Машкем. Можно и с лавашом. Сегодня на ужин я решила сделать барский ужин, пожарить красную рыбу. Ну вот от этого я чуть-чуть засолю, посмотрю, как получится. Надо рецепт посмотреть где-то. Просто обжарю ее в сливочном масле. Посмотрим, что из этого выйдет. И к этому гарнир-пюре, к этой рыбке. Вот я приготовила наш сегодняшний ужин. Приготовила пюре. И рыбу, вот эту сом, первый раз я жарила. Это не сом. Сом, да, сом, красная рыба. Приготовила такой салат. Оливье достала в прекрасном состоянии с морозилки. Кто-то мне спрашивал, а, говорит, можно, говорит, класть оливье? Можно. Я его просто на дуршлаг, вода, излишняя влага вытекла, и все нормально. Ташка, ну это мне. Ну все, пошли мы кушать. Приятного нам аппетита, мои дорогие. А это потом покажу вам, может, в следующий раз он пока заряжается, как работает это. Хоть руки сейчас не устанут. Шикарного, вкусного ужина. Я замесила тесто из йогурта, потому что йогурт уже не свежий был. Посмотрите, какое тесто. Купила я такую муку. Наверное, у меня 1,5 кило. Использовала 2 кило. Очень хорошее прямо тесто. Приятно смотреть на него, видите.
И даже, что хочу сказать, с этими ногтями замесила тесто. Но сначала обязательно с ложкой, там, скалкой какой-то, пособлением, а потом под конец. И все, мои ногти выдержали вообще супер. Они у меня свои, вот в жизни таких длинных не было. Но уже они мне мешают, надо их будет подстричь обязательно. Длинные чересчур, еще месяц еще отрастут, мне такие не нужны, уже чересчур. А сейчас, почему я замесила еще тесто сегодня? Потому что сегодня начинается Рождество Христово, с наступающим вас всех Рождеством, всех христиан. И хочу сегодня, у нас в Грузии по обычаю в эту ночь пекут гвейдзели. Это такие лепешки с яйцом и сыром. Ну, я не буду много напекать, одну спеку и сегодня покушаем, если по кусочку, и достаточно. Так что, друзья мои, вот для этого я приготовила вот такое тесто. Не из дрожжей, а из йогурта. Наш кран. А ну-ка, я забыла, что надо нажимать. Только нажала на кнопочку. Наполняется. Такая прелесть. Я в этом не любила больше всего. Руки уже болят все. Сейчас я выключаю. Все. Готово. Только ногти мешают. Вот так мой ашкы мне помогает. Что делает? Тыкву мы сейчас режем. И ашкы мне помогает, потому что очень тяжело. А я что делаю, друзья мои? Я делаю гвидзели, которые нужно обязательно печь на Рождество. Они такой прямо продолговатой форме, в виде луны. Я положила первый слой сыра. Сейчас добавлю масло и покажу, что еще добавлю. Сейчас объясняет мне историю, все так рассказывает интересно. А я вот смотрите, сыр, яйца порезала, и сейчас вторую половину я накрою. Покажу вам результат. Муки вышло обалденным. Вот я уже приготовлю второй. Этот я сделаю маленький для соседей, завтра угощу, потому что мы же не свинюшки будем столько есть. А вот посмотрите, какой красивый. Потом смажу яичком, рогалик такой, видите, в полумесяца. Вот такое у нас делают в гвидзели в Батуми, в Грузии нашей. Вот такие у меня получились гвидзели. Сейчас я их смажу яйцом. Йогурт, здесь смесь такая. Яйцо и йогурт очень вкусно и красиво делает. И вот у меня греется духовочка. Я сейчас уже поставлю в духовочку. Смотрите, это маленькая. Я завтра отнесу соседям. Оказывается, у них деток нету, они одни, но приходят гости. Молодые ушли на квартиру. Жили вместе. И там у меня тыква, баклава. И вот так мы с Ашкымом встретим Рождество. Ашкы мне во всем помогает. Что говорит, делать надо. Скажи, для чего это все? И этот все так слушает меня. Хоть мы и сытые, но нужно хоть кусочек покушать. Что это здесь такое? Яичко. Такая красота у меня получилась. А рыбу сегодня не получилось. Нету времени заняться рыбой. Но я ее помыла и спрятала в холодильник. Завтра ее засолю. А может и сегодня. Все, отправляю в духовку. А здесь я приготовила тесто. Вот так я его храню. В пакетиках 4 хачапури. У меня и пицца получится. Обалденное тесто из йогурта. Посмотрите. Даже то из серой муки получилось хорошее. Просто вид такой. А это прямо супер. Я очень довольна. Я делаю по маминому методу.
Ой, не знаю, что с той делать, сказала Ашка ему, чтобы разрезал, наверное, на части. Просто чуть-чуть на водичке она будет тушиться и сверху сахарком. Я не хочу сильно сладкую, посмотрим, какая она на вкус. Вот так она мне на маленьком огне. Такая красота у меня получилась, а вот это соседском. Прекрасно пропеклось, посмотрите. Очень вкусный. Такой вот вышел у меня. Кулич не, нет, кулич не скажешь, но квидзели. Лепешка с сыром и с яйцами. С Рождеством Христовым, друзья мои! Пусть в ваш дом придет радость, здоровье, счастье, благополучие, достаток. От всей души поздравляю вас. С вами была Светлана Ата. С праздником, с Рождеством Христовым, мои хорошие. Вот и мы разрезали наши гвидзели. Посмотрите, какие они хорошие и вкусные. Очень вкусные. Кушаем вместе с Ашкымом. Приятного нам аппетита.